Всем привет! Хочу показать вам Крымский энергетический мост. Новые опоры. Его кусочек. Но едем мы не в Крым, а на вулкан Грязевой Шугу. Сейчас подъедем и уже дальше там поснимаем. Хотим показать вам дорогу. Дорога здесь какая-то щебенка была. Здесь вообще вон пыль. Но на легковой машине проехать можно. Правда, не очень приятно. Едем дальше. О, смотрите, какая красота! Джиппинг! Никакой не джиппинг, тут ровная поверхность. Просто очень красиво. Марина. Едем практически в лесу. Марина, мангуб колени никак. Здесь уже начинает. Кстати, мы сейчас проехали, здесь недалеко есть конные прогулки, рыбалочка. Не, я тут превышаю, ты что? Навигатор. О, смотри-ка, тут прям до самого Шугу сейчас сделали дорогу. Да, автобус, экскурсии, машины. Стоянка запрещена. Это с той стороны. Угу, ничего себе, сколько машин. Добро пожаловать в вулкан Шуго. Домашняя кухня, дегустация меда, варенье, вина. Да, поменялось. Мы тут были в последний раз 6 лет назад. Первый и последний. Много изменилось. Еще не идем. Юля, жди. Так, режим работы. Так, условия изменились. Мы читали, что раньше вход был просто 100 рублей. Для тех, кто купается, 350 сейчас для всех. Здесь построили кафе. Зайдем потом, наверное, на обратном пути. И вот такая лестница к вулкану. Территория вулкана в диаметре 450 метров. Ну там не везде грязь извергается. В общем, сейчас подойдем, посмотрим. Так сказали, здесь все теперь работает. Туалет, душевые, душарко, водичка есть помыться. Ага, вот, кстати, туалет.